музее госавтоинспекции страны, множество экспонатов свидетельств подвига и героизма офицеров военных дорог Великой Отечественной. Вот переносной светофор на аккумулятор, личные вещи офицеров, фронтовые письма. Но главное достояние госавтоинспекции, конечно же, люди. Глядимся в лица пожелтевших фотографий, и военные снимки музея словно оживают. Вот регулирование дорог в блокадном Ленинграде. А на этих пожелтевших фотографиях регулирование дороги под Москвой, Кимом, Курском. Непрерывные бомбовые удары, непроходимые дороги, острая нехватка времени. Все это дело работы регулировщиков невыносимой. А сколько раз приходилось вступать в рукопашник? И совсем другое настроение на этих фотографиях с надписью «На Берлин!». Ждет порядка страна, а значит, его обеспечить нам надо.